скандал вокруг дирижерской палочки в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко. Главный дирижер театра Виталий Куценко, который руководит оркестром уже более 16 лет, сообщил журналистам, что его должность хотят упразднить и заменить на новую музыкального руководителя. Куценко считает, что это неправильно, так как музыкальный руководитель в национальном театре – должность неуместная. Тут всегда существовал институт главных – балетмейстер, хормейстер, художник. Если объявляется конкурс на замещение вакантной должности, понимаете? А главный дирижер сейчас не вакантная должность, потому что есть Куценко, живой человек. Значит, эту должность упраздняют, а вакансия появляется новое название, уже новая вакансия. И вот тут они могут иметь юридическое объявлять конкурс. То как он будет проходить и кто судьи, я не знаю. Я не собираюсь уходить, так что вы не переживайте. Я останусь здесь. Более подробно о конкурсе и о конфликте рассказала директор театра Любовь Морозко. Действительно, из Министерства культуры Украины недавно пришел приказ о процедуре проведения конкурса на вакантные творческие профессии. И должность дирижера из штатного расписания действительно уберут. Сначала претенденты должны подать заявки, а позже компетентное жюри путем тайного голосования выберет лучшего. – В конкурсе может принимать участие и Виталий Куценко, который сначала согласился написать заявление и занять должность дирижера высшей категории, но позже резко поменял свою точку зрения, говорит Морозко. И в конкурсной комиссии будут входить не чиновники, не люди с министерства. Это будут люди, которые представляют, ну, как бы авторитет в харьковской музыкальной системе, в Украине. Мне казалось, что Виталий Данилович в этом отношении поступит более благородно по отношению к театру. Даже, может быть, считая, что не права я, не прав кто-то другой, не прав еще кто-то, но как... Извините, еще раз повторюсь, проработав здесь столько и так заканчивать свою карьеру, а в 75, наверное, ее заканчивает или начинает. Конкурс объявлен, его итоги подведут к концу декабря, а точнее 25 числа станет известно имя нового музыкального руководителя театра оперы и балета в Харькове. Наталья Белокудря, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».